В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Дзержинского камера зафиксировала, как фура протаранила универсал. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». У поворота на поселок Ганино водитель фуры поехал на красный сигнал и, уходя от столкновения с синей иномаркой, въехал в универсал. На улице Тимирязева водитель классики повернул налево и не заметил «Шевроле», который пошел на обгон. На улице Ленина таксист резко перестроился направо и подрезал машину с камерой. Я поняла. Ты что творишь? Ты что творишь, урод? На перекрестке улиц Казанская и Горбачева водитель «Логана» разговаривал по телефону и не уступил дорогу автомобилю с регистратором. Че, дебил? Телефон еще. На южном обходе хулигану на «Тигуане» не понравилось, что машина с камерой едет в левом ряду. На перекрестке улиц Московской производственной камера запечатлела мастера поворота налево. Водитель «Газели» не захотел стоять в заторе и развернулся на перекрестке. На перекрестке Октябрьского проспекта улицы Московской очевидцы наблюдали, как мужчина в светоотражающем жилете схватился за провода и катился за троллейбусом. Возможно, это был водитель или сотрудник ремонтной службы. В любом случае, отделу безопасности троллейбусного парка стоит поинтересоваться, что же это все-таки произошло на перекрестке. Михаил Вагин, место происшествия.